Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Сегодня я хочу прочесть вам небольшую лекцию о человеке, который для меня представляет особый интерес, потому что я много лет занимался этим периодом, занимался его деятельностью. Я написал о нем книгу «В серии «Жизнь замечательных людей», может быть, она вам попадалась». Это московский князь Иван Данилович по прозвищу Калита. Ну, сразу обозначим, как говорится, хронологические рамки. Значит, Иван Данилович Калита родился примерно точную дату никто не знает, около 1282 года. Прожил довольно долгую по тем временам жизнь и скончался 31 марта 1340 года. Иван Калита. Вот есть в истории такие личности, которые стали символом какого-то определенного явления. Ну, скажем, когда мы говорим Дмитрий Донской. Это великий полководец, символ нашей воинской доблести. Иван Грозный, символ террора и так далее. Так вот, когда мы говорим Иван Калита, то сразу у нас всплывают в памяти какие-то, знаете, школьные представления о том, что это был какой-то такой очень жадный, очень хитрый, злобный такой старикашка, который, значит, всех старался уморить, удушить. И в конце концов, благодаря вот этим низменным своим методам, он стал хозяином положения, стал победителем. Вот эта оценка, вернее, представление об Иване Калите как о злодее, который, может быть, полезное дело делал, но такой злодей, что просто, так сказать, пробы негде ставить. Это исторический миф. И он ни в коей мере не соответствует действительности. То есть, да, конечно, Иван Данилович не ангел, правитель. Правители не могут жить по законам Евангелия. Они вынуждены творить зло. Потому что они живут в таком мире, где зло – это неизбежность. Да, он заискивал перед ханами в Орде, но кто тогда не заискивал? Да, он старался подставить подножку своим соперникам, но и ему сколько раз подставляли подножки. То есть он действовал по законам того времени. В этом отношении я думаю, что Иван Калита отнюдь не заслуживает вот той мрачной репутации, которую мы привыкли представлять себе при этом имени. Более того, ведь нет ничего важнее, чем оценки современников. И вот современники, то есть люди XIV века, оставили нам свои оценки. Ну, начнем с прозвища, да? Вот Иван Калита. Калита, да? Красиво звучит. Московское такое аканье. Но что это? Это сумка, кошелек с деньгами. И мы представляем себе, что прозвище он получил за любовь к деньгам. Что вот он как бы в эту сумку все время деньги складывал и, значит, был такой скряга. На самом деле, в источниках есть объяснение этому прозвищу. Прозвище объясняется не тем, что он деньги собирал в Калиту, а тем, что он, наоборот, раздавал. Он любил нищих, он жалел нищих. Как тогда говорили, он был нищелюбив. И вот отсюда его прозвище, Иван Калита, не от жадности, а наоборот, от щедрости. И мы находим в источниках, я имею в виду новгородскую летопись, первую летопись младшего извода, мы находим другое прозвище, которое раскрывает смысл первого, а именно, его называют Иван Добрый. Иван Добрый. Вот это настоящее прозвище Ивана Калиты, соответствующее представлению о нем людей того времени. Кроме того, вы знаете, есть такой замечательный исторический документ. Слово о житии и представлении Дмитрия Ивановича Донского. То есть некролог Дмитрию Донскому, подробный, написанный где-то года через два после его кончины. То есть конец XIV века. Так вот, в этом некрологе есть такая, знаете, историческая справка. Кто были его родители, кто были его предки. И там говорится, что он, князь Дмитрий, внук Ивана Даниловича, собирателя земли русской. Это слова источника XIV века. Собиратель земли русской.
Вот так называли современники, помнившие еще клевету этого человека. Таким образом, это человек, который заслуживает нашего уважения. Ну а теперь давайте посмотрим, чем же конкретно он заслужил эту память. Ну, во-первых, нам необходимо будет нарисовать еще раз схему родственных отношений московских князей. Это потомки Даниила. Значит, Даниил московский правил с 1276 по 1303 год. А дальше идут Даниловичи. Старший Юрий, второй Александр, Борис, Иван и Афанасий. Вот пять сыновей Даниила. Когда Даниил скончался, московским княжеством стал управлять Юрий Данилович. И правил с 1303 по 1325 год. 22 года. Старший брат. Надо вам сказать, что отношения Ивана Калиты с Юрием, со старшим братом, были удивительно добрыми. Это редкий случай в княжеских семьях, когда два брата никогда не враждовали. Старший и младший. Такие случаи бывали, но они были просто наперечет. Вот я рассказывал вам о Данииле Галицком. У Даниила Галицкого был младший брат, Василько Романович. Вот та же ситуация. Удивительно мощная поддержка. От младшего брата всегда идет к старшему. И покровительство старшему младшему. И вот ровно то же было у Юрия и у Ивана Калиты. Иван Калита никогда за 22 года не проявлял попытки как-то свергнуть старшего брата или как-то, знаете, что-то в обход получить. Он верой и правдой служил старшему брату. Качество редкое в то время и, как вы понимаете, в человеческом отношении заслуживающее уважения. Дальше. Конечно, Иван Данилович был очень религиозный человек. Об этом говорят все источники, но дело в том, что он не просто был религиозный человек, в то время все были религиозными. Но Иван Данилович чувствовал себя Божьим избранником. У него было ощущение, что Господь Бог расчищает ему дорогу. Господь Бог предназначил его к какой-то особой миссии. На чем основывалось это чувство, это ощущение? А на том, что все вокруг него как бы уходили. Юрий умер в 25-м году, точнее, был казнен в Орде, убит Дмитрием Михайловичем Тверским. Не оставил сыновей. Конкурентов нет. Обычно ведь борьба идет между племянниками и дядями. У Юрия не было сыновей. Дочь одна была. И таким образом, когда у человека оставалась одна дочь, в родословцах писали «умер бездетным». Потомство мерили только по мужской линии. Александр погиб в какой-то войне с Тверью. Мы точно не знаем года его смерти, но судьба его, так сказать, унесла. Потомства нет. Борис отправлен был править в Нижний Новгород, и там умер, не оставив наследников. Афанасий умер раньше, чем Юрий, и тоже бездетным. То есть судьба как бы убрала всех братьев, ни у одного из них не было наследников по мужской линии. Иван остался один. И у него было такое ощущение, но это необычная ситуация. Обычно полно детей в княжеских семьях, боковые линии и так далее. А здесь судьба как будто его одного оставляет для какой-то особой миссии. И вот это ощущение избранничества, оно всегда было таким двигателем его политики. Так вот, что же конкретно он сделал? В 1325 году, когда его старший брат Юрий был убит в Орде, убит, кстати, тверским князем Дмитрием Михайловичем, сыном Михаила Тверского. Михаил Тверской был казнен в Орде по интригам Юрия.
И вот сын Дмитрий Михайлович Тверской по прозвищу «Грозные очи», он осенью 25-го года встретил Юрия в Орде на какой-то, как говорится, узенькой дорожке. Не выдержал и убил его мечом в короткой схватке. И за это сам был казнен через год по приказу хана. Хан не прощал таких самосудов. И вот Калита неожиданно для себя таким образом получает московское княжение. И он занимает московское княжение с 1325 и до своей кончины в 1340 году. То есть 15 лет он правит Москвой. 15 лет не такой уж короткий срок. Бывали правители и более длительные, как, скажем, тот же Юрий. Но Юрий, понимаете, Юрий это был прежде всего воин. Человек, который всю жизнь провел в походах, в сражениях, но как-то ничего не заработал. Как-то все бесцельно Юрий делал. И, видимо, Иван, конечно, анализировал опыт старшего брата. И Иван пришел к выводу, что так действовать, как действовал Юрий, это тупик. Это можно всю жизнь провести на войне, а результат будет ноль, потому что силы у всех были примерно одинаковы. Когда он стал московским князем, великим князем Владимирским был его соперник Александр Михайлович Тверской, сын Михаила Ярославича, второй сын. И вот сама судьба послала Ивану Даниловичу уникальный шанс, трагический шанс. Он состоял в том, что 15 августа 1327 года в Твери произошло народное восстание против татаро-монголов. В Твери стоял большой татарский отряд, гарнизон. Они бесчинствовали, обижали местных жителей, грабили, притесняли. И вот 15 августа был престольный праздник – Успение Божьей Матери. Много людей с окрестных деревень собрались в город. И вот в этой праздничной такой, знаете, несколько нервной обстановке возникла стычка между татарами и тверичами. Татары хотели отнять лошадь у диакона Тверского. Понравился им конь, они без лишних разговоров его отобрали. А диакон стал кричать: «Люди тверские, не выдайте!» И мужики тверские прибежали. Татары схватились за сабли. Наши сбегали за топорами, и пошло-поехало. Перебит был весь татарский гарнизон. В результате этой короткой кровавой схватки. После этого понятно было, что Орда не простит Твери этого восстания. И это восстание стало концом тверского могущества. До этого восстания Тверь все-таки идет впереди Москвы. Как говорится, на полкорпуса, да? Здесь она теряет. Теряет, потому что уже в январе месяце следующего года приходит огромная карательная экспедиция, так называемая Федорчукова рать, которая опустошает Тверь, опустошает все Тверское княжество. В этой карательной экспедиции вынуждены были участвовать русские князья. Поход на Тверь был одной из трагических страниц в русской истории. Ну, фактически, Тверское княжество было разорено дотла. Но виноваты в этом походе были прежде всего сами тверские князья, потому что они слишком дали много обещаний в Орде и не смогли их выполнить. Иван Данилович Калита участвовал в этом походе, как, кстати говоря, и многие другие русские князья. Это была тяжелая страница в истории и Московского княжества, и Ивана Даниловича, но благодаря этому походу Калита смог сохранить собственное княжество и затем уже начинать созидать новое московское государство. И вот что интересно. Московские князья строили государство, но прославляли как святых они тверских князей, потому что тверские князья были герои, были победители. Московские князья, может быть, были менее яркими фигурами, но государство они построили. И вот после разгрома Твери Тверской князь Александр бежал в Псков. После этого Иван получает великое княжение Владимирское. Он становится руководителем всей политической системы Северо-Восточной Руси. В летописи говорится примерно следующее. Пришел на великое княжение Иван Данилович Московский.
И дальше идет буквально следующий текст. «И бысть оттоле тишина великая в русской земле на 40 лет, и присташе поганые воевать русскую землю, и опочише православные оттомления бессерменского». 40 лет тишины. Эти 40 лет подарили стране Иван Калита и его сыновья, Семен Гордый и Иван Красный. До 1368 года, когда началась большая война с Литвой, так сказать, по независящим от Москвы причинам, 40 лет тишины. Как Ивану Калите удалось дать стране эту передышку? Вот это интересный вопрос. Но прежде всего, конечно, он постоянно ездил в Орду. Он ездил, унижался, кланялся, возил подарки. Каждые 2-3 года летописи говорят, Иван Данилович поехал в Орду. А ведь каждая такая поездка – это несколько месяцев. В непривычных условиях, в огромном таком нервном напряжении, в постоянном ожидании каких-то, понимаете, подвохов, каких-то неосторожных просчетов. И вот таких поездок у него было 6 или 7 поездок в Орду. Далее, надо было ведь не просто ездить, а надо было платить дань. Ведь в чем тишина-то? В том, что платили все, что положено. И у Орды не было оснований проводить новые карательные экспедиции. Полная лояльность, платежеспособность. Вот это время Ивана Калиты. Возникает вопрос, откуда он брал деньги? Ведь тверские князья на этом, собственно говоря, и прогорели. Они обязательства давали, а платить нечем было. Где Калита брал деньги? Это вопрос, который давно интересует историков. Прямого 100% ответа на этот вопрос нет. Есть только некоторые, ну скажем так, косвенные предположения. Но они имеют основания. Ну, во-первых, Иван Данилович сделал одну простую вещь. Простую, но которую до него никто не мог сделать. Он навел порядок на дорогах. Он прекратил грабежи и разбои на дорогах. Второе. Он знал, что огромное количество дани просто разворовывается местными правителями. И вот Иван провел тоже такие, знаете, репрессивные меры по вытряхиванию денег из аристократии. С помощью свирепых методов, ну, например, в источниках рассказано, Ростов Великий давно не платил деньги в Орду. Все говорили, что нечем платить. Он посылает туда своих воевод, они арестовывают местного старшего боярина Аверкия, самым таким грубым образом подвешивают его за ноги. И говорят его родственникам, которые там собрались, он должен такую-то сумму. Принесете, снимем его с этой перекладины. Не принесете, он погибнет через несколько часов. Все принесли. И деньги были, все было. То есть, вот такими драконовскими методами, но он выколачивает деньги. Он наводит порядок. Кроме того, он посылает свои отряды на север. А север был богат пушниной. А пушнина – это мягкое золото. Это валюта во все времена. И, конечно, часть денег он получал благодаря торговле. При нем в Москве расцветает торговля, увеличиваются таможенные пошлины, потому что как бы вот эти вот дороги очистились, легче стало ездить. Эти способы и, вероятно, многие другие позволили ему рассчитываться с Ордой полностью. И не только рассчитываться, но и провести грандиозный по тем временам строительный проект. Это постройка нового московского Кремля. Иван Калита построил в московском Кремле 5 каменных храмов. Грандиозная по тем временам строительная программа. Когда люди боялись строить каменные храмы, чтобы показать, что у них деньги есть. Потому что если показал, значит сразу возникает вопрос, где ты их взял, эти деньги? Значит, ты, наверное, обманываешь Орду. Или ты недоплачиваешь, или ты как-то еще нарушаешь закон. Одним словом, боялись. И вот Иван Данилович, начиная с 1326 и по 1333 год, то есть за 7 лет, он построил в Московском Кремле 5 каменных храмов. Почти каждый год новый храм. Растут как грибы на Кремлевском холме. Это Успенский собор, это Архангельский собор,
Это церковь Иоанна Лествичника, Спасский собор и церковь в честь апостола Петра. Он не боялся, он рисковал, но он выиграл. Потому что, построив эти каменные храмы, он сумел привлечь в Москву митрополита. Цель его состояла в том, чтобы глава русской церкви переехал жить в Москву. Сделал в своей резиденции именно Москву. А глава русской церкви, митрополит Петр, в этот период как раз искал себе новую резиденцию. Потому что в Киеве жить стало невозможно. Татары там все разорили, так сказать, под ноль. И вот он выбирал, Петр, то ли ему поехать в Тверь, то ли ему поехать в Нижний Новгород, то ли там в Брянск, то ли еще куда-то. Варианты были. И вот Калита построил новые храмы. И митрополит приехал. И митрополит приехал, поселился в Москве. Сначала Петр, потом следующий митрополит грек Феогност. И Москва становится столицей русской церкви. Одним из важных достижений московских князей в борьбе за первенство в Северо-Восточной Руси был тесный союз с митрополитчей кафедры. Начало этому положил Юрий Данилович, старший брат Ивана Калиты, который сумел сделать митрополита Петра своим союзником, в первую очередь в борьбе против Твери. Его дело продолжил Иван Калита. В 1326 году митрополит Петр скончался в Москве, здесь был похоронен, Калита в это время уже был московским князем, а позднее, будучи великим князем Владимирским, Иван Калита добился канонизации митрополита Петра, который стал особо чтимым в Москве святым. Надо сказать, что, конечно, он и сам был человеком необычайно религиозным. Сохранились сведения о том, что он каждый день по много часов проводил в придворной молельне. Тяжелые отношения, естественно, были у Ивана Даниловича с Тверью. Эти отношения сначала как бы обрезаны были Тверским восстанием. После Тверского восстания в Твери стал править князь Константин Михайлович, который был лоялен по отношению к Москве. И вот с 27 по 37 год было все тихо. Но в 37 году в Тверь возвращается князь-изгнанник Александр Михайлович, который был виновником Тверского восстания. При нем поднялся этот бунт 15 августа 327 года. Он жил на положении эмигранта. Сначала в Пскове, потом в Литве. И вот в 37 году он вернулся в Тверь. Орда его простила. Хан Узбек его простил. И тут Иван Данилович понимает, что начинается новый, так сказать, раунд борьбы с Тверью. Или он, или Александр Михайлович. Иван Данилович едет в Орду, везет туда несметные сокровища, всячески ублажает хана Узбека и одновременно везет туда, как мы бы сказали, компромат на этого князя Александра Михайловича, что он связан с Литвой, он ведет двойную игру, он не является лояльным подданным хана. Короче говоря, жестокая, коварная борьба. Александр Михайлович со своей стороны тоже ведет такую же игру, но Калита победил. В 1339 году, в ноябре месяце, Александр Михайлович Тверской и его сын Федор были казнены в Орде. Казнены за измену по тем сведениям, которые привез Иван Данилович. Это была, конечно, жестокая история, казнь была страшной, гибель их была страшной. Но Иван выиграл победу не себе, он выиграл победу Москве. Иначе была бы большая война между Москвой и Тверью. А так все кончилось гибелью одного человека, двух человек. Трагедия, да, но меньше трагедии, чем гибель тысяч людей. И это был его последний успех. Весной 40-го года он тяжело заболел. За несколько недель до смерти он принял монашеский постриг. Он ушел в Спасский монастырь, который он сам построил рядом со своей резиденцией, и там провел последние месяцы своей жизни. Сохранился великолепный литературный памятник, написанный кем-то из монахов этого монастыря. Называется «Похвала Ивану Калите». Этот памятник написан был в тексте одной древней книги. И там говорится очень так, знаете, прочувствовано: «В последние времена в опустевшей земле встанет царь, любящий правду, и суд не по мзде судящий, ни в поношение поганым странам». И вот этот царь последних времен —
это и был Иван Данилович Калита. Вот так оценивали современники заслуги этого человека. Вот все, что я хотел вам сегодня рассказать. А теперь, если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете их задать.